Так, ребятки, всем привет. Короче, решил я поехать посмотреть, что там по параду. Так, сейчас разберусь, куда поехать. Короче, спал я. Вчера поздно заснул, почти в 3 ночи. Сегодня сплю. Утром что-то раз уже вроде не выспался, а вроде как уже и спать не хочется. Короче, глаза открываю, думаю, ну, наверное, уже парад прошел. Проспал я парад. Фигак, смотрю, 9:45, а он начинается в 10. Ну, я пока туда-сюда и включил, пока я, короче, завтракал, сидел, включил на Яндексе прямую трансляцию, прямой эфир с парада. Немножко посмотрел, быстренько перекусил и думаю, что дома-то просто так сидеть. Короче, решил поехать в сторону Красной площади. Не знаю, там какая вообще ситуация, какая обстановка. Пустят, не пустят, закрыто, не закрыто. Я думаю, конечно, что прям к самому параду никто не пустит. Но хотя бы так сбоку там что-то посмотреть, может быть, самолеты увидеть. Вот это вот интересно мне стало. И я, короче, это... Ну что, быстренько собрался. На 10 минут поставил аккумулятор самоката, подзарядил и поехал. Так, сейчас вот здесь, опа, здесь такой, блин, неприятненький бордюрчик. Короче, что хотел сказать. Сегодня 9 мая, но на улице похолодало. Я катаюсь в этом, в зимней куртке. Еще свитер на всякий случай пододел. Ну, короче, так, основательно набряхался на себя. Потому что нифига не май месяц. Так, по ощущениям, холодновато. Так, что еще? А, смотрите, ребят, там один подписчик меня просил передать привет своей дочери, Ивановой Лизе. Вот я Лизе Ивановой передаю большой пламенный привет. Пусть у нее все будет хорошо. Она там будет, ну, она хорошо учится, слушается родителей. И вообще хорошая очень девочка, смотрит мой канал. Поэтому большой привет ей. Так, а нам надо на ту сторону каким-то макаром упасть. Так, да, не совсем как надо сделал, ну ладно. Народ тут кучкуется. Что-то ждут, стоят. А, это здесь пристань. Хотят кататься, походу, на этом, на кораблике. А мы сейчас чуть дальше заедем. Да, вон стоят, ждут кораблик. А мы сейчас чуть дальше заедем на тротуар. Пока машин встречных нету. Не хочется, короче, по тротуару там с людьми толкаться. Поэтому мы сейчас чутка быстренько вдуплим. Мне интересно, в каком месте перекрытие идет. Потому что, скорее всего, набережная сейчас где-то перекрыта будет. А, да, видите, машин встречных нет, поэтому. Я думаю, что это как раз из-за того, что там что-то перекрыто, поэтому нет машин. Хотя, может, и появится. Не будем пока делать никаких выводов. Блин, на улице прохладно. Хорошо, что я не только куртку, но еще и свитер одел. Так. Сейчас, прикиньте, меня еще и не пустят, блин. Бывает такая история. А, вот машины появились. Первые ласточки. Ну ладно, сейчас тогда заскочим на тротуар. Так, ага, вон я вижу, короче, желтые машины стоят. Это перекрытие. Не пускают туда. Блин, на самом деле что-то слишком это далеко от Красной площади. Неужели тут все так оцеплено? Жестко. Посмотрим, попробуем проехать. Что-то люди здесь гуляют. Так. Нет, нормально, да? Люди, людишки. Вон машина стоит. ДПС. Не пускают никого туда. Так.
Красавцы. Так. На мосту. Я смотрю, люди стоят, смотрят. Что только смотреть, там ни хрена же не видно. А посмотрим. Хорошо, когда электросамокат. Туда, где машин не пускают, смело взял и проехал. А вон там вдали уже я Кремль вижу. Так, холодно становится на самом деле. Что-то прям так дубачно на улице-то. Вот всегда у меня, когда 9 мая, всегда почему-то по ощущениям прям такая погода. Я задался вопросом, если движение перекрыто, почему не ехать по дороге? Вообще нормально. У меня что-то такое, ребят, ощущение, что там дальше и людей не будут пускать сейчас. Хотя, кто его знает, посмотрим. Сзади машинка такая, типа подвоенную едет, сейчас покажу. Короче, надо переезжать на ту сторону. Интересно, как его сюда пустили. Живет, наверное, где-то здесь. Короче, поехали там, где люди. О, ребята уже сажают с парада, садятся. Это автобусы, где будут военные ехать. Что там дальше-то? Вон там все в автобусах, все в людях. Капец. Так, дайте-ка я посмотрю, что у меня по камере. Ну ладно, короче, выключу эту запись, сейчас еще одну начну.